Тихо. Так. Юр, там говно и воняет. А сейчас кто-то не пас, я не понял. То есть там моя энергоспособность активируется. Угу. Вот такое интересное сооружение бетонное. Вот обратите внимание на толщину бортиков этого спецсооружения. Вот почему оно здесь стоит в лесу, пожалуй, вам никто не ответит, что здесь именно планировалось. Да, мы, кстати, когда-то попробовали здесь измерить глубину, здесь она не такая уж и маленькая. Мы тогда палкой, помнишь, пробовали? Да, мы тогда палкой измеряли глубину, здесь еще в полный рост практически уходит.